Девочки дорогие, всем привет! Кто куда, а я в Зару, потому что там распродажа. Мы ходим сейчас просто по продажам. Аж язык заплетается у меня. И вот большими буквами написано sell, 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 Zara, Zara. Я, наверное, в самом магазине снимать не буду, потому что здесь, скорее всего, очень много людей, очень много всего и порядку нету. Я пипикаю на входе. Вот. Наверное, наберу чего-нибудь интересненького попримерять, и в примерочную уже мы с вами поснимаем. Хотя вот я вижу, кстати, новые украшения. Это из новой коллекции. Посмотрите, какие красивые. Сейчас. Может, украшения только поснимаю по традиции. Посмотрите, какой красивый цветок. Сделан из, наверное, пластика. На такой вот красивой веревочке. И вот эти все новенькие. Да, или это распродажная история. Нет, это все новая коллекция. Ах, какая красота. Вот эти все сережки-капли, если честно, они уже надоели. Мне кажется, вот есть серьги к этому колье. Вот это кольцо должно быть на распродаже, но оно нет. Или это только у нас оно не на распродаже, или они сделали, как бы выпустили снова уже в новой коллекции точно такие же вещи. У них иногда такое бывает, что они в следующей коллекции сразу что-то, что было очень популярно, выпускают на сейл. Так, много красивых всяких платьев. Давайте будем смотреть. Сумочки все на распродаже. Там дешевый совсем, $25, вот такой оранжевый баллончик, потом вот такая вот плетеная сумка за 40. Серебро. Ну, в общем, вы видите, да, что здесь творится. Снимать совершенно бесполезно. Поищем что-то красивое и пойдем тогда в примерочную. Девочки, всем привет! Мы в примерочной. Я принесла, сколько мои руки могли унести. Всего очень много. Все еще не очень дешевое. Боже мой, волосы у меня стоят дыбом. Такой свет неприятный. Может, я сюда буду смотреть? Здесь тоже свет неприятный. Большая примерочная нам сегодня не досталась, потому что у нас много людей, распродажа, и народу очень много. Сейчас будем примерять. Долго, нудно, но я добью эту примерку распродажи в Заре. Значит, зеркало здесь небольшое, но если я открою штору, то там будет зеркало. Вот это вот. Большое зеркало на входе, то есть не на входе, а в коридоре, в котором я могу сниматься и показывать себе в полный рост. Это очень удобно. Я специально выбрала эту примерочную. Ну и по традиции на мне платье из серии «Роман со старыми платьями», в которые я стала влезать, из магазина «Banana Republic», которое было куплено тогда, когда магазин «Banana Republic» еще можно было что-то оформить, ну, как позволить себе что-то купить. Сейчас он стал безумно дорогой. Девочки из Америки, у вас он не такой дорогой, это американский бренд. В Канаде он стал такой дорогой, что туда вообще там просто вообще не зайти. И вообще там цены просто не распродажи, не в полную стоимость, в общем, ужасно. Но вот это платье покупалось года 4-5 назад, когда еще цены там были, в общем, вполне вменяемые. Платье очень красивое, я в него влезла. Оно мне очень нравится. И босоножки у меня под пояс. Кстати, платье размер 4. Из банана. Все, давайте примерять. Так, начинаем с классики. Шикарное белое платье из шитья. Мне кажется, я его в каком-то из своих видео примеряла. Сейчас оно на распродаже. Стоило $200, а сейчас оно стоит 60. Сейчас все платья стоят 60. Дорогие, дешевые, в общем. Нет, которые были подешевле, они стоят подешевле. А вот дорогие платья сейчас все стоят $60. Значит, оно с карманами. Полная застежка. Это размер large. Вот тут оно мне нормально в талии, а сверху вот эти рукавчики, мне кажется, что здесь оно мне великовато. И что? И я не люблю вот такие вот воротники. Я какая-то в нем как баба на чай. Хотя оно мне небольшое, не маленькое, но мне кажется, что как-то оно мне полнит. Белый цвет,
Помните, я тогда примеряла такое платье и бело-синим шитье. Бело-синим был более красивый воротник, был и красивый фасон, его уже нету ни на сайте, ни в магазине. Так, платье, хлопок и само платье, и подкладка, размер large, оно стоило 150, а не 199, я перепутала, но видите, сейчас оно стоит $60, это не так уж и много. Вот его номера, ищите его на веб-сайте, если у вас доступен веб-сайт. Вот такое вот платье, все хлопок. Белое, красивое. Так, я хотела сделать тотал белый. Топ не очень удачный, он без бретелек, и он как-то не очень хорошо сидит. Не то у меня большой, не то маленький, я не пойму. Я его здесь немножко подогнула, потому что он длинный. Но у меня еще вот этот белый красивый пиджак. Юбка очень красивая, нарядная юбка с такими цветами. Я не знаю, как называется, аппликация, 3D. Посмотрите, какая красивая ткань. Чуть-чуть она светит, хотя у нее есть подкладка. На топ не смотрите, но юбка очень красивая. Это размер large. Она сейчас стоит $59, но она очень нарядная. Это прям очень нарядная вещь. В ней можно замуж выходить, по-моему. Если подобрать что-то подобное. Вот я сейчас померю с этим жакетом, и точно можно замуж. Топ неудачный, мне не нравится. Поэтому на топ не смотрим, а смотрим на юбку просто. Я думала, если честно, что она узкая, прямая, а она такая немножко расклешенная и очень красивая, девочки. Такая нежная и действительно очень-очень симпатичная. Так, это жакет кейп, который я пытаюсь поймать на распродаже уже много-много лет. Это размер medium. Он мне немножечко, может быть, маловат. Large не было, был small и medium. Но вот этот самый большой. Видите, как красиво он сделан? У него, ой, сзади он просто идет вот такой вот сплошной накидкой. А здесь вот вперед сделан в виде кейпа. Отверстия для рук. Они делали эти жакеты несколько лет. Я никогда не могла его поймать на распродаже. Я не могу сказать, что он сейчас очень дешевый, в принципе, еще довольно дорогой, но мне он очень нравится. Единственное, что он не будет сильно ходу в моем гардеробе, потому что я вообще белая ношу очень редко. Хотя вот этот тотал белый, конечно, с этой юбкой. Ну, я же говорю, в это можно замуж выходить, если очень, не очень заморачиваться по поводу свадебного платья. И вы дама, допустим, в возрасте, не 18-летняя девушка, а такая уже, и выходите замуж там какой-нибудь четвертый или третий раз, то вполне в таком виде можно себя выдать замуж. Смотрите, вот так я вам сниму, полный рост, чтобы вы поняли, как это все красиво, девочки. Но носить мне это некуда. Состав у него синтетика. Видите, размер medium $69-70 он сейчас стоит. Стоил 90, а до этого он стоил $150 или $120, я не помню. Вот это была первая оценка. Сейчас уже вторая оценка. И вот его тоже номер. Это размер medium. И, в общем, вот так вот он выглядит. Очень красивый. Это очень красивая вещь, очень элегантная. Прям такая очень, знаете, аристократичная. И, повторюсь, они их делают уже, производят несколько лет, год 3-4 точно они их делают, повторяют из года в год, они обычно есть белые и черные. Я бы лучше хотела черный, если бы я покупала, потому что белый уж очень нарядный. На этом топе я долго останавливаться не буду, он не очень удачный, только покажу, что это был размер medium, он стоит $13 сейчас. Он сделан из такой вот сжатой ткани. Я даже не смотрела, что это. Скорее всего, синтетика или... Ну, в общем, знаете, я сейчас не буду углубляться в состав, потому что на распродаже, ну, как бы мы сейчас не делаем там обзор новой коллекции, что чего. Если что-то такое действительно будет интересное, я посмотрю состав. А топ этот, как бы, он мне не нравится, поэтому я даже не буду. Я думаю, что вам он тоже не нравится. Поэтому я не буду долго на нем останавливаться. Красивая белая юбка, размер large. Номер. Вот сейчас она стоит $60. Стоила, видите, уже вторая оценка на нее. Посмотрите, как это прекрасно, все красиво сделано. Конечно, это все синтетика. У меня есть подкладка. Подкладка. Кстати, подкладка может быть и натуральная. Нет, не думаю. Ну, этот-то точно вверх не натуральный никаким боком, но ну, посмотрите, это такая, знаете, как... Я даже не знаю, есть какое-то название специальное для вот этих вот тканей, как будто бы многослойные 3D такие цветы, которые вот так вот сделаны. Ну, в общем, короче, свадебный вариант. Так, очень красивое платье нежно-голубого цвета с красивым вырезом. Вот здесь вот квадратным на широких бретельках.
оно так по фигуре. Немножко не мой фасон, сейчас вам скажу почему. Потому что вот эта вот ткань, которая такая, знаете, присобранная, она слишком облегает. И у меня чуть-чуть торчит живот, и чуть-чуть вот здесь вот, вот эти вот бока. Ну, в общем, платье очень красивое. Это, кстати, размер large. Я принесла medium и large. Medium я поняла, что это мне будет маловато. Почему? Потому что я сначала нашла medium, а потом нашла large. И уже прихватила его с собой, правильно сделала, потому что medium, конечно, мне был бы мал, а large вот нормально, в принципе. Ну уж, вот прямо, знаете, вот тут вот в районе живота, он у меня этот вот, вот эта вот, ну, сборка, сборная вот эта сборка тканей, растягивается и очень облегает, вот тут видно все белье. Ну, в общем, мне в него, чтобы это, надо еще килограмм 5 скинуть. Но, в принципе, платье красивое, довольно такое вот, хорошая длина. Сзади разрез. И красивый вот этот квадратный вырез. Я очень люблю квадратные выреза в платьях. Они очень редко встречаются. Вот. Но платье такое интересное. Посмотрите, чего оно сделано. Но стоит оно тоже $60. Вот, смотрите. Прямое, совершенно обычное, ничего в нем нет. Так, пока я в этом платье, я решила примерить вот такой жакетик. Они очень подходят по цвету, оба голубые. Чуть-чуть другой оттенок, но, в принципе, очень похожий и очень красиво он выглядит. Это все вышивка здесь, это не рисунок на ткани, это все вышивка. Два больших кармана, большие белые пуговицы, коротенькие. Рукава мне длинные, я их закатала, как всегда. Вот, но... Жакетик очень симпатичный, такой свободненький, просторненький, прямо очень мне нравится. Единственное, недостаток, в нем нет плечей, которых, в принципе, можно приделать, но такой летний, легкий, но с подкладкой. Надо посмотреть, чего он сделан, и тогда я вам расскажу, сколько он стоит. По-моему, тоже $70, стоил 100, я не видела его в магазине. Довольно красивый. Красивый цвет и очень красивая вот эта вот вышивка. Так, 26% хлопка есть вот в этой вот верхней части. Есть подкладка. Подкладка синтетическая. Это был размер large. Видите, оно стоило $170, сейчас стоит 60. То есть вот эти вот дорогие платья сейчас стоят 60. Платье красивое и однозначно. Цвет, ткань, фасон вот простой, простой, но это там у меня второй висит medium. Тут у меня разные всякие платья, мы все это будем примерять. Фасон, вот этот квадратный вырез мне очень нравится, я их очень люблю. Так, с каких-то дурных глаз я схватила эту юбку короткую, детскую, плиссированную, трикотажную, в облепон. Ну, так она мне, конечно, живот облегает, но если вот с этим жакетиком сверху надеть, то даже очень неплохо. Конечно, я это не буду покупать, она очень короткая. Это, знаете, такая юбка теннисная. В теннис нехорошо играть, она как будто бы такого плотного трикотажа, она даже в принципе такая слегка зимняя, то есть может быть если с плотными колготами, ее вполне можно носить, потому что по длине она короткая, но не настолько короткая, что нельзя ее надеть, например, с черными непрозрачными колготами. Очень неплохо это выглядит с этим жакетом, вот видите, цвет очень похож, у меня вообще сегодня много голубого, серо-голубого такого, у меня еще одно платье есть. Немножко он мог бы быть меньше, но это такое, знаете, такой фасон. Вот с такой вот юбочкой коротенькой. Ну, это я, ну так, для интереса просто, для прикола принесла ее. На самом деле я не, вообще просто принесла ее, потому что я перебирала вещи какие-то, я ее взяла в руки, чтобы мне было легче искать что-то. И она у меня в руках осталась, я забыла ее повесить на вешалку. И так она у меня осталась. Я подумала, ну ладно, что принесла, примерю. Тем более, что она к этому жакету очень хорошо подходит. Вот такая вот юбчонка. Юбчонка для девочек молодых. Но меня же не только смотрят женщины взрослые, меня и девочки молодые смотрят. Мало, но смотрят, поэтому я вот для вас стараюсь, девочки, для вас. Так, жакет 15% хлопок и 8 лен, все остальное синтетика. Вот в верхней части, но это даже видно, что здесь был лен. И подкладка 100% вискоза. Стоит он сейчас $70, стоил 100. Размер был medium, вот его номера. И жакетик приятный, но вы видите, он довольно объемный такой. То есть на мне был размер medium, и он так довольно свободно сидит. Большие вот эти карманы и по всему полотну идет вот эта вот красивая вышивка. Конечно же, не ручная, но выглядит очень даже симпатично. Так, юбки 40% вискоза, остальное полиамид, размер large, $30 он еще стоит, стоило 56. Вот ее номер, если у меня есть молодые девочки на канале,
пальто, вот такая вот голубая симпатичная юбочка, она сверху на резинке, вся сделана из такого трикотажного полотна. Ну, да, для молодых девочек очень даже мило. Посмотрите, какое прекрасное платье, прекрасного синего цвета. Это размер extra large. У меня вообще несколько вариантов есть таких платьев, разных цветов, разных тканей, разных размеров. Что смешно. Значит, оно с карманами. Оно тоже из немножко такой мятой ткани. Оно большое, extra large, но не такое уж и большое. Ну, как бы оно так скроено, что оно не выглядит уж очень таким большим. То есть, видите, как размеры, вообще ничего не поняла, да? Здесь есть карманы, и единственное, что оно очень длинное, оно потому, что большой размер. Цвет потрясающий. Здесь, видите, как сделано вот так вот, отрезали. Вот так вот, вот так. И здесь тоже на пузе шов. Я вам на вешалке покажу. У меня еще палочка, по-моему, есть такого типа платья. И они мне очень нравятся. Это платье просто очень красивое, бесподобный цвет. Вот только что очень длинное. Прямо оно как вечернее. Ну, длинное, опять же, можно покоротить. Лучше, чем там. Красивая сжатая ткань, карманы, в общем. Красивое платье. Вот, смотрите, полный рост я вам покажу. Полную длину. Я думаю, вы так понимаете, это просто... Я больше даже для заставки на видео. Мне надо сделать красивую заставку. Вот такое вот красивое яркое синее платье. Очень привлечет, может быть, зрителей, я очень надеюсь. А заставку удобнее делать, чтобы было видно в полный рост. Вот, поэтому я уже заодно и вам показываю. Так, состав ткани. 100% ацетат. Размер extra large. Стоило $100, сейчас стоит 60. Видите, как оно сделано? Так вот здесь шов, какой красивый цвет. И здесь вот такой вот шов от груди вниз, который до вот до в боках и сзади то же самое. То же самое. Замок сзади, вот такой замок. И точно такой же шов в центре. И вот эти вот два шва от центра идут в бока. И вот такой вот карманчик. Так, смотрите, совершенно другой размер, другой цвет и другая ткань, но тот же фасон. Шов спереди и два шва вот здесь вот идут вниз в бока, карманы. Очень красивое платье. Это медиум, вы представляете, double extra large. То есть вы понимаете, мне просто кажется, что это такая плотная, тяжелая ткань. Вот та ткань, если был бы меньше размер, она была бы некрасивая на мне, потому что... Та такая тонкая струящаяся ткань, она бы облегала меня не очень красиво, а вот это, видите, но совершенно платье абсолютно как раз. Я просто посмотрела на вид, что она такая немаленькая. Потрясающий цвет, потрясающая ткань, карманы, очень красивый фасон. Тоже довольно длинная, но короче, чем то синее, потому что размер намного меньше. Вот она в полный рост, посмотрите, какая красота. Просто шикарно, просто очень красиво. Так, это платье тоже 100% вискоза, при этом посмотрите, какая разница вот в ткани. Вот это вискоза и вот это вискоза. Но они абсолютно одинакового фасона. К сожалению, здесь нету этикетки, но я думаю, что оно тоже стоит столько же, $60. Видите, это был размер medium. И точно так же сделан вот здесь вот в центре шов. И два шва идут в стороны, в бока. Вниз опускаются, здесь карманчик. Ну и сзади то же самое. Тяжелая такая, тяжелая ткань. Такая, знаете, совсем другая. Здесь прямо легенькая такая, вся воздушная. А это тяжелая ткань, плотная. И она, в принципе, интересно, что, видите, у них есть один и тот же фасон, но они выполнены в разных тканях и в разных цветах. Вот такой вот красивый яркий цвет, обалденный, но очень яркий. Прямо такой, знаете, как это называется, не флуоресцентный, а... Ну, в общем, забыла. Ну, вы поняли, да, что я... Еще одно платье обалденного цвета. Это другой фасон. Это тоже extra large. Оно действительно вот тут вот очень маленькое. Оно мне прямо здесь, я бы сказала, впритык. Вот здесь оно мне большое. Потому что это extra large. А вот тут вот оно... Оно мне прям тютелька-фютелька. Оно так немножко даже тянется. Значит, в чем оно... В чем его фасон? Здесь вот строчки-строчки, прострочено. И внизу расклешенная юбка. Тоже очень длинная за счет того, что очень большой размер. И вот тут вот оно мне велико. А вот синяя, вот эта extra large, была лучше. Но, может быть, за счет того, что была мягкая ткань. А здесь ткань такая плотная, похожа на хлопок. Или, не знаю, может быть, тоже вискоза. Похожа на хлопок. Может, хлопок с чем-то.
Вот. Ну, в общем, мне в нем не нравится то, что оно мне вот здесь вот сверху большое, а здесь оно мне прям очень плотно. Очень плотно. Хотя это экстра ларч, разные девочки. Вот такие вот размеры сзади, да, что поделать. Но платье очень красивое. Согласитесь, большая пышная широкая юбка. Здесь облегает, подчеркивает фигуру. В общем, то, что она очень красивая. И цвет тоже обалденный, такой оранжевый, кирпичный такой. Здесь очень яркий, немножко не соответствует цвет. А в принципе он немножко другой. Он такой больше оранжево-кирпичный, чем желтый даже. Хотя, в общем, оранжевый цвет. Так, состав платья. 98% хлопок и 2 эластан. То есть оно практически полностью хлопковое. Видите, размер extra large. Вот его номер стоил $150, сейчас стоит 60. И вот вся его идея в том, что здесь вот по всей идет в центре шов и 2 шва по сторонам, которые как бы подчеркивают фигуру, и к низу юбка раскрешается, карманов в нем нету, жалко. В общем, внизу юбка довольно клёшная, и цвет вот такой вот, как вы видите сейчас, вот такой цвет. Вот такой вот его настоящий цвет. То есть чисто оранжевый, никакого желтого, ничего здесь даже нет. Вот такой вот тоже платье. Очень красивый сарафан, такого серо-голубого цвета. Размер large, и мне он немножко великоват вот здесь. Вот здесь большой, а здесь в принципе нормальный. Ну так, чуть-чуть вот много лишнего здесь явно болтается. Может быть, медиум был бы мне здесь вот плохо в талии, но вот здесь вот, наверное, был бы лучше медиум. Вы понимаете, девочки, я так все это попримеряю, потому что мне надо знать мой размер теперь, потому что у меня поменялся вес, и я должна знать, если я буду что-то заказывать, то какого размера и что мне заказывать, потому что, скорее всего, что я еще немножко подожду и буду заказывать онлайн, если что-то поймаю, потому что сейчас еще за $60 как-то, ну, Зара, для Зары это дорого. Кос я бы купила, а для Зары это, конечно, немножко многовато. Но очень красиво, конечно, вот эти вот соты в талии, вот такой вот здесь очень красивый вот этот подрез груди, прямо оно такое длинное. Опять же, очень длинная, слишком длинная, на мой взгляд. Я бы, конечно, чуть-чуть подкоротила, потому что у нас уже был разговор о широких длинных платьях, что это не очень удобно. Ну и видите, вот оно будет явно дальше. Можно ушить, конечно, но зачем? Мне охота с этим заморачиваться. И мне кажется, что вот так, если бы я сейчас забираю назад где-то с кулак размер ткани, и так было бы, мне кажется, получше. Вот вам в полный рост показываю, видите, длинное, красивое платье, сарафан такой, легкий, летящий, ткань такая, очень даже ничего. И цвет очень приятный. Платье сделано из 100% вискозы, стоит $60, тоже стоило 150, размер large, вот его номер. И видите, как красиво оно сделано, очень красиво, вот эти соты, это так называлось. Здесь такая маленькая оборочка на декольте. Сзади тоже есть вот это вот. Так же сделано вот эти вот соты, таким же точно фасоном. И вот такая вот. Вот такое вот красивое платье принцесс. Прям платье принцесс. Девочки, вы помните эту юбку? Вы помните красную юбку, в которую я пришла в восторг? Я ее один раз примеряла. Я не помню, чтобы она была такая длинная. Она была такая длинная? Красная юбка на резинке. И Зара сейчас у нас стоит $30. Стоит, по-моему, 60. И вот такой топ. Он не совсем подходит по цвету, но я не нашла ничего больше подходящего. Мне очень нравится его фасон. Посмотрите, как он сделан. Он, конечно, прозрачный. Вниз надо какой-то надевать топик. Но сейчас безумно модно вот эта вот бабушкина салфетка. Мне всегда очень нравились вот такие вот вещи, если честно, у меня много. Каждый раз, когда они входят в моду, я их накупаю. Они потом выходят из моды, я их ношу, все равно продолжаю носить. Кстати, как мое платье, в котором я пришла, которое было куплено, бог знает когда, но из моды абсолютно не вышло, потому что оно вне моды, абсолютно. Вот. Но посмотрите, как это красиво выглядит. Не подходит немножко по цвету, но все равно красиво. Вот очень красиво сделано, вот вывязано. Видите, здесь поднято, а здесь опущено. То же самое сзади. Вот за счет вот этого выреза на талии, это прямо выглядит очень, ну как-то, не знаю, подчеркивает фигуру, делает красиво. И даже с этой красной юбкой оно выглядит великолепно.
Хотя совершенно разные оттенки, совершенно разные цвета. Но мне очень нравится девочка. Юбка, кстати, экстра смол смол теперь. Тогда я примеряла medium large, а сейчас экстра смол смол. И она мне тоже очень нравится. Единственное, что она очень длинная. Я не знаю, зачем они ее сделали такой длинной. Я бы ее тоже подкоротила. Показываю вам в полный рост себя. Еще знаете, что хорошо? Здесь она как бы прикрывает живот. Животик. Если вот сейчас я померю еще одну юбку, я боюсь, что у меня в ней будет живот торчать. Но вот эта вот салфеточка, она прикроет все, что нужно. И с другой стороны подчеркивает талию. Красиво, правда? Где красиво? Юбка сделана из 100% полиэстера. Стоит сейчас $30. И видите, размер экстра small small. Вот ее артикли. Артикли. Карманчики в ней. Резиночка сверху. Красивая. Широкая, красивая ткань. Красивая юбка. Мне она очень нравится. Единственное, что у меня есть, ну, не такая красная, но похожа на цвет, я вот не знаю. Смотрите, мне очень нравится эта юбка. Я вам сейчас покажу, в чем ее, так сказать, интерес. Я сейчас заправлю. Неожиданно размер медиум, и она мне в самый раз. Ничего не торчит, никакой живот. Я сейчас заправлю эту кофточку, чтобы вы поняли, в чем ее смысл. Значит, широкий, вот такой вот широкий, красивый пояс с двумя, как будто бы, имитацией кармашков. И вот такие вот тут складки, складки, складки. Единственное, что ее надо отгладить, она довольно мятая. Может, так надо? Я не знаю, как ее отгладить. Вот это не очень приятное дело. Как-то вот ее надо отгладить. Стоит она тоже $30. И medium я была уверена, что мне будет большой. То есть маленький, потому что вот здесь вот она плотно сверху облегает, не резинка, как здесь, вот, а она плотно облегает, но она мне абсолютно даже немножко чуть-чуть, прям в самый раз точно. Теперь она очень красивая, мне она очень нравится. Только вот я не знаю, как ее отгладить. Ее очень трудно будет отгладить, потому что вот эти складки. Или так должно быть. Надо посмотреть на веб-сайте, как она выглядит, если она есть. Я сейчас по коду пишу. Может быть, она должна быть такая, знаете, складки, а внизу такая вот. Потому что она так равномерно свята. Но это, может, я уже придумала херню. Посмотрите, как красиво. Очень красиво. Юбка такого красивого зеленого цвета. Необычный фасон. Так, юбка сделана из 100% хлопка. На веб-сайте я ее нашла. Она не должна быть такая мятая, то есть ее надо гладить. Стоит $30, стоила 80. Она из дорогих юбок, и на веб-сайте ее уже нету. Что здесь написано? Какая-то бумажка, непонятно. Ну ладно. Вот номер, если вдруг вы найдете, у вас она где-то есть. Хорошая цена, $30 за юбку хлопковую. Интересную. Опять же, на веб-сайте уже нет никаких размеров, и вообще она уже out of stock. Вот такая девчонка. Так, топик этот 100% хлопок, размер medium был, стоит $25. На сайте он еще есть, именно как раз размер medium, вот его номер. И вы знаете, он там представлен как такая пляжная одежда. Ну, то есть вот на пляж, на купальник, сверху накинуть такую кофточку и ходить, чтобы, если вы хотите, немножко вот прикрыть. Хотя он, допустим, попу не прикрывает, а совсем наоборот, но тем не менее. Вот. И, кстати, вот красные юбки тоже на веб-сайте уже нет. Никаких размеров. Они есть еще черные и белые. Черные и белые не на распродаже. За полную цену, полная цена, по-моему, $69-70. И красные юбки, которые на распродажу вышли и стоят $30, на сайте уже нету ни одной юбки никаких размеров. Вот так. Ну что ж, девочки, вот такие у нас сегодня были примерки. Мне на самом деле ничего не надо. У меня сейчас, я сейчас делаю шопинг в собственном шкафу, а вернее даже не в шкафу, а в его дальних-дальних углах, куда были завешены все вещи, которые мне были малы, которые я годами не носила. Ну вот такое платье, оно не выходит из моды, оно всегда в моде, красивый цвет, красивый фасон, прекрасный на лето, в общем, ну короче, пояс прилепила я свой, тут пояса нет, оно просто такое в талию, узенько, карманчики, в общем, классное платье, уже не чаяла, конечно, я в него влезть, но вот. Видео про похудение у меня уже на канале. Если вы у меня впервые, не знаете, что я уже рассказала, как это, немножко схуднуть.
Вот. Ну и, в общем, вот такие вот вещи сегодня. Много всего, распродажа, бурлит, в общем, всего-всего много, но цены еще не очень такие, я бы сказала, низкие, поэтому вещей еще очень много, людей много, но в кассу, кстати, очередь совсем небольшая, примерочная тоже, поэтому, потому что еще не так все дешево. Но зато много всего, и выбор большой. Ну, кстати, размеров тоже уже нет. Не знаю, девочки, так мне нравятся две юбки эти. Но, честно, я не знаю. $30, две это, а не 60. Плюс такс. Ну, в общем, не страшно, но как-то так. Просто меня подхлёстывает то, что их уже на сайте нет давно. Причем все раскуплено, поэтому... Ладно, подумаю. Все. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Зары, из Канады, с распродажей. Ура! Все, увидимся в следующем видео. Пока. Бай-бай.